Ребята, привет всем! Наконец-таки у нас вообще у всех такая радость. Мы наконец-таки попали на Яузское водохранилище опять. С прошлого лета, осени с прошлого, не были здесь, блин. Первый выезд, вообще радости просто у всех. Ну, первым делом, ну, блин, не знаю, вообще рад, страшно просто рад. Первым делом сейчас закинем мордушечку такую. Вот я в нее кусочек теста кинул, вот, ну, чтобы плотва у нас была на живец. И сейчас еще будем закидывать фидер, ловить тоже плотву нужно. Вот, закинем где-то тут, наверное. Раков здесь нет, мы уже кидали на раков раколовку. Так, рыбу тоже мы не будем долго на эти мордушки ловить. Потому что однажды заплыла туда андатра и утонула, короче. Мы после этого их не ставим. Так, ну сейчас кинем на час, может туда какой живец заплывет. Поставить кружки. Так, недалеко. Недалеко. Чисто, чтоб мелочь туда наплыла. Так, ну сейчас еще закинем фидер и встретимся. Бомба, всем привет, ребята, мы на Яузе. Ребят, ну, сейчас на плотву, значит, перебитое самое дешевое печенье, сахарное, топленое молоко или что-то такое. Там сухарь панировочный, корица и ванилин. Сейчас начинаем ловить плотву на живца. Ну и вообще сначала плотву, потом лещ. Ну что, понеслась. Да, мам. Ребят, сейчас покажу лагерь, как устроились. Вот лодочка. Вот у нас тут столик с провиантом. Вот три нога, на которые планируем уху делать. Вот тут рыбалка чуть подальше. Вот мамин фидер, вот мой фидер, и вот еще один мой фидер. Ну все, это все три пикера. Два китайских. Кайда Лексус Сапфир 270 у меня. Потом у меня еще один Земекс Айрон 270. И у супруги тоже Сапфир Кайда Лексус, но только 240-й. Так, здесь сушилка, тут вот сушится жилет спасательный один, вот здесь палаточка в дебрях Борнео, здесь от рыбалки чехлы, тут вот все, что будет ночевать в предбанечке, ну и там сама палатка с матрасом вот надутым, вот. Примерно так. Ну, бомба вообще. Ну, я нарадоваться не могу. А вон Венек с металлоискателем тут тусит. Пипикает. Прям под корень надо было. Надо было ей под корень закатиться.
вон там. Так это черняга, она не нужна тебе. Там был цун. А, ну да, да, здесь цветнина какая-то, на. В общем, вот так. Бомба. Бомба, бомба. Бомба. Так, ну пока прикармливаются точки, покидаем спиннинг. Бустер. Колумбия. Даже не знаю, нормальный он, ненормальный. В простом магазине покупал. И последняя катушка, которая осталась, громадная такая, от фидера, от хэвика. Вот ее будем туда ставить. Окушок тут, я промер делал, окушок бежал за, ну, за маркерным грузиком. Вот первую приманочку вот такую поставим. Крючок, конечно, огромный, но ничего страшного. Будешь, мам? Да. Так, ну живца нам на фидер не удалось поймать. Сейчас посмотрим, что там ятик. Есть там что-нибудь, нет? О. Прямо скажем, живчики такие не алё. Хамсички. Не алё, хамсички. Ну, кстати, в прошлый раз на такие щучка клюнула. Судачок, то есть. Так что мы сейчас попробуем. Их поставим все-таки на жерлицы, на кружки. Вот вместо ухи одну плотву поймали. Так, день один. Вместо ухи будет вот такая кулебяка. Вень, ты готов кружки ставить? Первая рыбка в этом году на яузе. Не такой, неплохой батончик такой. Крупненькая, можно сказать. Отличная плотва. Берем. Короче, все это время сидим. Вот то одна плотва как влетела. И все, больше ничего нету. Ждем ночи. Ну, рыбы на точке нет. Рыба, видимо, еще не нашла точку. Потому что по всем признакам ее там нет. Выкормили, перекидали уже туда пакет прикормки, который пылящий. Сейчас кидаем уже такое на леща, чтобы он ночью кормился. Ну, тут какая фигня. Тут если вечером не начало клевать и ночью не начало клевать, ну, утром стопудово будет. Стопудово будет. Ну, по крайней мере, всегда так было. Всегда. Никогда не было такого, чтобы утром не начало клевать. Но все равно ждем, посидим, не знаю. Может, до часу, до двух. Может, супруга раньше уйдет. Но я думаю, что до 12 до часу буду сидеть. До 12 до часу ждать. Сейчас пучок опарыша в перемешку с мотылем одел. Так, чтобы уже не кидать, не булькать. Чтобы тишина уже была. Вот. Термосел. Дай, пожалуйста. Термосел. Полное Г.
Вот так вот только надо, если будете им вот так вот сидеть, как опахалом, как веером, только тогда. Денег своих не стоит вообще. Ладно, сейчас пойдем фонарик. Крыбылись. А ничего не видно. Че ты, блин, борода полная. Один маленький подлещичек влетел, блин, с полудошки. 12 часов вообще ноль, блин. Первый раз такое. Здесь, по крайней мере. Ладно, пойду, наверное, спать. Утро вечера мудренее. Вообще ноль, и рыбы на точке нет. Даже не задевает шнур. Странное дело. Ладно, спокойной ночи. А это я накрутил себе, что ночью свистнут лодку. Лежу и думаю, да ладно, не свистнут, там кое-какие меры принял. А потом думаю, а если свистнут? Я же в ближайшее время не куплю себе ни мотор такой, ни лодку. Короче, беру спальник, иду спать возле лодки. Вот, ставил на диких зверей. Думаю, там, ну, обычно там звери какие-то лазили в прошлых годах. А сейчас получилось так, что сам себя заснял. Но зато лодка целая.
Так, сейчас попробую бойлы поставить. Пахнет так себе. На дальнюю, на кукурузы вообще ни разу не клюнул. Поставлю бойлы. Если на них что-то клюнет, покажу. Отпускаем. Вот, вот в последнее время только вот такая красноперка и клюет. Пора заканчивать рыбалку. Собираемся. В общем, что хочу сказать. Ну, отдохнули нормально. Сейчас чуть позже. Ну, прям сейчас, наверное, улов посмотрим. Садок огромный брали, думали полный будет, как раньше, во времена молодости Хрущева. Ни о чем. Ну не маленький. Ну так, самое главное, что очень хорошо время провели на такой прекрасной природе. Вообще просто штиль. Вообще просто круто все было. Щучку одну поймали, отпустили малышку. Покатались, отдохнули. Чуть-чуть рыбки поймали. На завялку тут, я думаю, хватит нам. Ладно, всем, кто был с нами, как его называют? Счастья, добра, здоровья. Да всем вообще, вообще всем. Всего хорошего, пока. Ha ha ha.